Жеребьевка первого конкурсного дня традиционно проходит на торжественной церемонии открытия на сцене. Порядковые номера на второй день участникам помогли выбрать дельфины в дельфинарии Лао. А жеребьевка третьего дня прошла напротив торгового центра «Гранд Марина». Порядковые номера находились в багажниках автомобилей. Каждый из конкурсантов выбирал ключ от машины, с помощью него открывал багажник и узнавал свою очередь на выступление. Представительница России, певица Ясения, выступит под номером 14. В родном Сочи за нее будут болеть родители. Когда она была еще школьницей, ходила в 8-ю гимназию, и все знали ее как Нану Арахами. В конкурсе «Надежды Европы» ее называли одним из главных открытий. Сегодня Нана, она же Ясения, участница проекта «Главная сцена» и исполнительница популярных песен. Я жду, конечно, эмоций, я жду... Ну, понятно, хочется победить, но мне бы очень хотелось, чтобы меня запомнили, чтобы конкурс не прошел даром. В нынешней конкурсной борьбе примет участие 16 финалистов из 12 стран. Напомню, международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» пройдет с 3 по 9 сентября. В этом году он празднует 15-летний юбилей. Сочи же примет «Новую волну» во второй раз.